Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Dying Light. Что мы сегодня будем... Короче, опять Брекин там на связи. Идите в высотки. Давай посмотрим, сколько до вас. 264 метра. Уж это нормально, я сохранился. То есть я с этого прям... С деревни Рыбацкой до сюда переместился. Это, считай, 700 метров. Это почти 700 метров. Я там, типа, говорит, жопу распинаю, поймаю. Мудак малолетний там. Только, говорит, приведи его, то я ему хочу жопу распинать. Все как всегда, зомбаки, трупаки. Ну, с кошкой значительно проще получается, вот не надо оббегать. Ну, собирай. Скачал здесь в стиме игрушку новую. Will in Life называется. Или Win in Live. Вот. Думаю, в нее тоже. Ну, там онлайновская игра. То есть я прям раньше очень много играл в разные онлайн MMORPG. О. Потом маленечко отошел в сторону и начал играть в эти игры. Так, и чё? Оксан, дитя, это Карим. Хамди, отвечаешь, что там у вас происходит? Так, так, чё? А чё ты сюда, собственно говоря? Вот тебе сюда надо. Оп. Так, ну ты показываешь мне, что нужно ниже спуститься, да? А для чего? Подожди. Так, ладно, хрен с тобой. То есть ты мне показываешь, что нужно ниже. Только ниже-то для чего мне нужно спуститься? Вот здесь. А что здесь? Может, мне сюда надо войти? Сан, ты где, черт тебя дело? Ты или в носу ковыряешь? Ты дело делаешь или в носу ковыряешь? А что А, рацию. Рацию надо найти, да? Оба. Вот это амортизирует он. Вот это амортизация. А, я и забыл, что ты отпрыгивать-то можешь. Ты ж паркурщик. Ты можешь назад отпрыгивать. Да что вы живучие-то такие, твари? Чё, здоровяк, давай посмотрим, кто круче, твоя кувалда или мой лук. Так.
Фират, доложи. Что у вас там происходит, рация? Вы заблудились? Возвращайтесь сюда. Дом 5 в Габриэл Итсон. Войдите через подвал. Ну, это ты, Оздан? Да, это я, Оздан. Так, а что здесь еще? Груз какой-то есть, да? Ну, сейчас еще и груз какой-то там. А, это, наверное, эти, которые под током стоят. Они? Да. Под электричеством стоят. А если я электричество выключу, то они и это. Не, ну ради такого-то дела. С таким-то луком. Чё, дурилка картоновая? Так, все. Вырубаем электрику. Вырубаем электрику. Собираем стрелы. Обыскиваем. Поднимаем груз. Да? Груз. Еще и трудно. Еще и трудно открыть. Что же здесь такого ценного-то? Что же здесь такого? Ай, инвентарь заполнен и драгоценности. Ну и с инвентарем-то мы сейчас быстренько разберемся, да. Сабля сипахи. Клевец. В бубец. Полицейская дубина туда же. Мачете. Охотничий нож туда же. Ржавое ружье. Сабля сипахи. И сабля сипахи. Привет, друган. Так, дом номер 5. А ты в какой сказал идти дом? В номер 5? Ага. В номер 5. Это все в огне. Три вумен, два мужчины, 4 ребенка, 2 ребенка. Что там? Деспиратки, что? Не понял. Идите к дому номер 5 в Габриэл Итсон. А это разве не дом номер 5? Ну я в доме номер 5. Отсюда можно сюда спуститься, но... И вот здесь... Так, нет. Подожди, а нахера я в высотке пошел? Я что-то это... Этот же мудак собирался башню с этими взрывать. С там, с прыгунами или там с кем он там... С блевунами. Так, если сейчас я спущусь... Подожди, может какая-нибудь дверь-то тут откроется? Хрен-то там, да? Хрен-то там. И ты не откроешься, да? И ты не хочешь открываться, и ты закрыта.
Все закрыто, все закрыто. Нигде не пройти, нигде не пробраться. Так, еще ножи метательные. И что? И что? Не, ну это, по-моему, не пятый вообще дом, поэтому... Че ты здесь шаришься? Ладно, так, ради интереса. Да. Ради интереса просто. Так, вот ты сюда забрался. И зачем? Скажи. Так, может где-то здесь еще дом номер 5 есть? Может у них тут все дома номер 5? Это номер 6. Это значит не Варик, не тот. Пятый это вот тот дом. Просто может там надо с это... Боже, может с подъезда надо зайти? Просто если мы, может, с подъезда зайдем, тогда нас пустят. Ну тут тоже как бы доступа нету в этот. Да что за херня-то? Так, уже темнеет. Я такое чувство, что уже темнеет. Оставаться на улице. Так, ну это вот пятый дом. Что, блядь, еще вам надо? Где вход-то? Может, а, может с этой стороны? Ну я ж вроде здесь пробовал. Он показывает, что где-то надо вниз спуститься. То есть еще ниже. Я не понимаю. Идите к дому номер 5 на... Так, что здесь... Где-то двери есть, чтобы туда пробраться. Так, тут нету. Ну. Стоп, подожди. О, так. Дом номер 5. Почему ты показываешь где-то... В... Идите к дому номер 5. Где-то вот здесь с угла и показывай... А, подожди, может где-то здесь крышка... А, он же сказал там, зайдите через подвал. Ты, конечно, прям гений. Через подвал же зайти надо было. Пипец, блядь. Так, получил сообщение от Карима, он по-прежнему в высотках. И Гэбриэл Кэль, дом 5. Карим, Карим. Карим, это же Раиса, по-моему, человек. Найдите Карима. Ну ладно, давай найдем Карима. Откроем. Смысл всех этих дверей с ручками поворачивающимися, которые нельзя активировать. Вот. Так, вниз нельзя, только на... А, ну мы же в подвале. Куда ниже подвала-то? Ниже подвала некуда. И тут нельзя. Опа-на. Так, урод. Я из-за тебя промазал. Стой ты спокойно, чё ты мечешься? Я чё, целиться в тебя должен, что ли? Охреневший какой. Стой, не двигайся.
Чё ты здоровый-то такой? Так, а можешь это взять? Вот эту штуку. Типа мы это в Doom играем. А подожди, газовый. Что там было написано? Газовый запас. Баллон я газовый нашел, по-моему, да? Уже чудесно. Нормально. Нормалек прям. Эй, ты где еще там базаришь? Кто? Ищите Карима на верхних этажах. Подожди, а кто базарил-то, я не понял. А, здесь это. Подъем, да? Оп. И куда? И... Так, блядь, где? Дым ни хера не видно. Куда прыгать-то? На какие верхние-то этажи? Туда или что? Не видно ни хера. А, вот, наверное, сюда, да? Нет, там тоже решетка. Так, а если фонарь включить? Где здесь просвет есть? Тут нету, тут нету. И куда? Туда вон только если. Офигеть, блядь. Да я использовал аптечку уже, заткнись, блядь. А, ну, может, тогда... Ты мне... Чё, типа, здесь есть подъем на верхний этаж? В туалете? Так, газовый запас, газовый запас. Нормально. Все, ночь настала, да? Все, лучше, сука, сейчас наружу не высовываться. Поубивают нахер. Я надеюсь, их это... В здании не будет этих... Уродов. Не, ну ты мне вот здесь показываешь, что надо наверх идти. А где здесь наверх-то идти? Может, лифт? Через лифт. Ага. Есть шахта лифта. Так, отлично. И... А вон есть этот. Так, куда? Так, тут подъем наверх. Надо смотреть все. Надо все смотреть. Откройте. Карим, это Крейн, бросай оружие, или тебе... Ты-то зачем сюда влез? Это не твоя забота. Карим, а теперь Эрл Асани моя забота. Ты работаешь на него? Идиот. Я был его телохранителем, ясно? И когда все завертелось, построили стену, на нас напали. Его укусили за ногу. Я отвел его к Рэндаллу, единственному врачу, которого знаю в трущобах. Ногу пришлось отнять. Это был единственный способ, иначе бы он обратился. Но этот упрямый осел нас не простил, так что мы разбежались. А зачем ты сейчас его ищешь? В самом начале власти эвакуировали отсюда всех крупных политиков. Эрл говорил, что за ним прилетит вертолет и заберет всех нас. Потом его укусили. Мы разбирались с его ногой, в общем, мы пропустили вертолет. Но когда ты включил передатчик, мы услышали, как Эрл запрашивает эвакуацию. И пару дней назад ему ответили снаружи.
За старым хреном пришлют вертолет, и я хочу забить себе место. А что Райс? Он что, имеет против Эрл? Да ничего, это только мое дело. Я хочу выбраться из Корана. Тебя не возьмут вертолет. Это я уже понял, но мне бы хотелось выйти отсюда живым. А если увижу тебя еще раз, придется предложить самое худшее. Ну, в общем, да, удачи, Крейн, она тебе пригодится. Так, ну, Карима я нашел. Я, конечно, не хотел его здесь найти, но... Но пришлось его здесь найти. Я думал, сейчас что-нибудь пошарю, где-нибудь похожу. Давай посмотрим, что тут есть еще. Газовый баллон еще же должен быть. Так, сколько я их собрал? 5? Мне же надо 5 собрать, да? Давай-ка посмотрим. Так, газовый запас. Соберите. 4, а, я 4 из 5 собрал. Давай тут пошаримся, может еще что найдем. А, ну вот и все, да. Принесите 5 баллонов. Все, 5 баллонов мы нашли. Ну, ничего, так нормально. Так, вернитесь к Эрлу, украсть украденное. Бинокль и полуночная невеста. Ну-ка, полуночная невеста, сколько до тебя бежать? Ты... А что ты на карте? Не показываешь там, да? Ну, это выход, типа, у меня там 23 метра до выхода. А потом он мне покажет, сколько там до полуночной невесты. Так, тут наверх. А сколько время? 21.11. Ё-моё. Ах, это сейчас если ночью бегать. А, ну это типа всем известно, что на мух рыба клюет, как огонь. Намного лучше, да, там, да? Про полуночную невесту описание. Сколько до тебя? Так ты рядом, вот здесь. Слушай, как заманчиво-то, да? Как прям заманчиво. Правда, не видно ни хрена. Слушай, надо ловкость прокачать. Так, давай-ка мы... Так, еще спрыгнуть, спуститься, съехать. Что сделать-то? Как бы мне слезть отсюда-то? Да так, чтобы без палева. А, во-первых, надо аптечку. Аптечку. Так. Ну-ка, давай посмотрим, что эти вон шарятся. Так, по отступлению. Давай смотрим, если что, сюда потом. Мы сможем? Нет, только один вариант, это бежать в подвал, получается, спасаться, да? Если что, то спасаться только в подвале. Так, она светится. Ну где пятая-то, блин? Все, выключай свет. Так, и чё? И чё, и куда? Время. 22.30. Так, чё по квестам? Какие ещё есть? Бинокль? Не знаю, украсть украденное. Где ты? Украсть украденное. Ёпарасете, блин. Так, тут... Так...
Так, давай попробуем. А, да кто ты? О, чувак, ты сейчас встрял. Ты встрял прям, тебе надо зону безопасную освобождать. Так, давай мы... Вот здесь безопасная зона должна быть. Идем, зачищаем. Делаем безопасную зону и спим. Так, в первую. Ну ты накосматил, конечно. Вот ты накосматил. Ну ладно, хоть очки не потерял, и это. В безопасной зоне сейчас очухаюсь все равно. А, я возле Эрла очухался, что ли? Вон он. Ну, давай поговорим. Ты их нашел? Да, нашел. Карим рассказал, как ты потерял ногу. В его изложении все по-другому. Значит, ты с ним говорил. Эдвард был прав. Ты слишком много болтаешь. Разговоры — дело таких, как я. Убийство — дело таких, как ты. Каждый принимается своим. И все же. Карим был моим телохранителем. Он не доглядел, и меня укусили. Но тут его вины нет. Он спас вам жизнь. Отрезав мне ногу, меня укусили утром, и в тот же день сюда стали сбрасывать антизин. Понимаешь, я ему говорил, что в город сбросят груз антизина. Надо было лишь подождать пару часов. А Карим послушал того идиота-врача и держал меня, пока тот коновал отпилил мне ногу. И теперь он считает, что я должен забрать его из города. Я ему сразу сказал, этому не бывает. Тебе надо было его прикончить. Ну да, убивать дело таких, как я. Именно. Я могу вытащить тебя отсюда, Крейн. А может, мне здесь нравится. Скорее всего, у тебя здесь свои договоренности. Но ничего у тебя не получится. Тебя укусили. По глазам вижу. Ты не пройдешь карантин. Кор. Что не пройду? Видишь, ты даже не в курсе, что происходит в реальном мире. Не знаю, какие там у тебя есть завязки, но вряд ли это политика. И сейчас только они и считаются. Ты меня не веришь? Тогда считай, что это твой туз в рукаве. Запасной план. Если ты вдруг не заметил, в этом городе все происходит не так, как должно быть. Если мне интересно твое предложение, что будет дальше? Две вещи. Во-первых, нам нужна краска, чтобы нарисовать знаки на крыше. Здесь краски нет, так что надо найти, поискать. Пойти поискать. А во-вторых, ну скажем так, твой отъезд будет лучше прибытия. А теперь найди краску. Тут рядом есть стройка. Можно поискать там. Когда выполнишь то задание, я расскажу о втором. Мне можно верить, ты будешь доволен наградой. Ну да. Мудила. Так, краска. Найдите Рахима на эстакаде. Найдите три баллончика с краской. Чистая зона. Время 23 часа. Так, ладно, давай-ка мы лучше поспим. Давай мы лучше поспим. Нахер надо ночью там бегать. Так, сколько там? 539 метров. А, тут же это. Безопасная зона, кошку нельзя использовать. Оп. Выход из безопасной зоны. Ага. Так, оп-оп-оп. Оу. Оу-оу-оу. Ох. Так, и чё?
И что дальше? Опять какой-то там этот. Опять какой-то бомбардир там сраный. Подожди, это что, ты вот? Ты на меня что ли напал? Уровень силы значительно превышает уровень ловкости. Ну, уже на 4 пункта разрыв идет. Это не очень-то и прикольно. Три метра осталось. Так. Вот туда. Не допрыгнул. Чутка не допрыгнул. Оу, черт. А, подожди, это... А, это та стройплощадка, где надо было это... Украсть украденное, да? Отлично, отлично. Это та стройплощадка. Шиш. И тут шиш, да? Так, тогда нам понадобится вот эта вот штука. Вот здесь что-нибудь в округе есть еще интересное? Там... Только вон там пещера какая-нибудь есть. Скалы. А, ну тут не пещера, тут куда-то проход, скорее всего. Куда-то проход, а куда? Давай да это. Раз уж я здесь рядом, сходим, посмотрим, что там. Потому что я уж точно потом сюда возвращаться не буду, чтобы просто проверить, что здесь. А сейчас пока рядышком можно проверить. Может, какой-нибудь секретик тут, тайничок или еще что-то здесь есть. Так, ну, здесь... А может, ничего здесь нету, да? То есть и такое же может быть. Хижина чья-то. Чья-то хижина. И там, похоже, кто-то есть. Так, тут фиолетовые грибы растут. Пока что они мне еще не пригодились, но я их все равно собираю. О, статуэтку нашел еще одну. Хорошо. А нет, вроде никого тут нету. Так, чертеж опытный сварщик. Что за опытный сварщик? Ну-ка, давай глянем. Так, опытный сварщик. Основное оружие такое. Холодное оружие. И что это? Ткани бегуна, подводные водоросли, трава и холодное оружие. И, ну-ка, создать. Ваше первое. И... Так, а сколько на вашем первом еще можно раз починить? Поймали бегуна, отлично. Теперь вы сможете собрать самое ядовитое оружие в истории. Ну, давай соберем, похеру. Что нам? Угу.
Так, а подожди, я про сварщика-то так и не понял. Опытный сварщик. Что такое? Огонь уровень 2. Электротруба уровень 2. Это вот эта зажигалочка. Да черт с тобой. Так. То есть труба еще и ядом сейчас будет долбить, да? Ну, как бы особо тут ничего нету, замки не активны. Может, это хоть активно будет, и эта хрень тоже не активна. Как залез через окно, так через окно и выбираешься. Что странное какое-то одиноко стоящее жилище. Ни зомбаков здесь, никого нету. Довольно странно. Так, давай мы берем лук. Включаем режим стелса. Ты чё? А ты-то откуда выплыл? Слушай, он такое чувство, что просто вырос нам из-под земли такой, просто с места кого-то вырос. Прям вообще прям. Так, так, желтый бегает. Желтый это кто? Охереть, так ты что, с винтовкой еще тут бегаешь? Эй, я хочу твою пушку забрать. Еще бежит. Алло, братан. Сколько ж вас тут? Мудень. Все равно попал. Урод. Вот урод, блин. Ну. Так, ты как пробрался-то? Где? Тут же вроде колючая проволока. То есть ты каким образом пролез? Вообще непонятно. А, инвентарь заполнен. Так, заполнен инвентарь. Давай посмотрим, что мы тут можем. Так, тебя мы разбираем. Коса разбираем. Это разбираем. Пока это оставляем. Так. И все или нет? Так, я где-то...
Нет, не побегу я. Так, что мне тут надо найти? Обыщите стройпрощадку. Так, мне нужно найти баллончики с краской и еще что-то украсть украденное. Украсть украденное надо. Так, баллончики с краской. Ключи от чего-то. От чего? Так, по кабинкам тут. От чего-то ключи. Так, подожди, то есть это надо будет подняться наверх. Здесь все закрыто, получается, да? То есть здесь все закрыто. То есть они на стройплощадку могут пробраться только через вот тот лаз, через который я, по сути, пробрался. Да? А если по-другому, там хода, в принципе, нет. Они тут и ходят. Так, а что-то опять у меня это... кошка сменилась. Да заткнись ты, а. Так. Живые там. Ага. Это сейчас у вас тут всех поперебить еще надо сперва. Поперебить. Ладно, поперебьем. Ну, одно радует, что это зомбаки, это не люди Раиса. Хотя хер его знает, что бы здесь было приятней. Зомби или люди Раиса. Так, давай смотрим. А, мы сейчас включаем, делаем безопасную зону. Все. Отлично. Все, мы сделали безопасную зону. Сюда не войти. Здесь какие-то задания. Знаю врага нашего. Соберите наряд жертвы и... Так, а что, подожди, что тут? Ухищрение. Отправляйтесь к входу в подземный... А, это не то, совсем не то. Можно, если что, поспать. Так, ну-ка, давай. Военная винтовка, военная винтовка. Полицейская винтовка и полицейская винтовка. Так, вот. Так, военная винтовка. Полицейская винтовка, оп. А, ржавое ружье, оп. Слушай, нихера себе у ружья дамаг-то там получается, да? То есть у Виндикатора 622 и у ржавого ружья, в принципе, не слабый. Если еще там ее прокачать. Так, вот это все, остальное можно... Военная, полицейская, то есть это все можно разобрать. Разобрать, если это разбирается, конечно. Давай-ка глянем. Военная винтовка. Собрать, бросить нельзя. Что собрать? 7F7 собрать. О, так, ну-ка стой, подожди, подожди. Снайперская винтовка. Так, подожди, а если я не из этой, а если я из вот этой попробую собрать? То есть можно снайперскую собрать. Армейская винтовка Харана, Вьюга, Альфа, заключенного и... Давай-ка мы вот эту снайперскую создадим, попробуем. Слушай, снайперская винтовка, мне прям интересно. Очень интересно. А, я же в этой... Слушай, прям это, ну, как бы, не настолько там она снайперская, да,
прицела тут не видно снайперского, но все же. Все же что-то. Что отличается? Так, а чё, подожди, почему у меня вот эта зелень тут стоит? Или что это? Простой клевец. Вот это здесь что делает? За 90... Железный клевец есть за 181 и охотничий нож 166. Давай мы тебя с простым поменяем. Так, мне краску надо найти. А, вот, все. Скорее всего, здесь, да, ты? Краска. Обыщите стройплощадку. Принесите. А, подожди. А, это... Это я украл украденное. Газа. А, так я не на ту строй... Ё-моё, я не на ту стройплощадку, оказывается. Так, давай вот сюда мы. Не на ту стройплощадку сгонял-то. Такой довольный был, что сейчас в одном месте все сразу сделаю. И краску поищу, и это. А оказывается, вообще не это, не туда. Так, давай мы людей Раиса где-то тут заметили. Ага. Ну ничего, давай. Так, людей Раиса заметили рядом с тоннелем. Блин. Так, кто-то базарит. А ты кто? Осман. В чем дело? Так ты меня помнишь? Я по тебе не забыл. Ты был в лагере Рейса, когда я потерял руку. Ты один из парней Брекена. Будь ты кем-то другим, я бы тебя убил. Везет мне. Это точно, насчет Раиса. С этим психом я разберусь позже. Но сначала мне нужно найти брата Назима. Он помог мне бежать. Пошел за едой, но так и не вернулся. Я заплачу, если найдешь его. И чем же ты можешь заплатить? Ты шутишь? Мы с братом работали на Раиса. Понимаешь, что это значит? Мы собирали вещи, только этим и занимались. Искали вещи, находили, брали себе. Поэтому у нас много вещей. Часть мы отдавали Раису, часть оставляли себе. Ну, знаешь, на всякий пожарный. Не воровали. Так, сохраняли на будущее. Простая предусмотрительность. Пока вас не поймали. У нас все равно осталось прилично. Оружие, лекарства, деньги. У нас тайники по всему городу. Но теперь нас ищут люди Раиса, и наружу выбраться мне опасно. Так мы договорились? Я подумаю. Ты не пожалеешь, обещаю. Угу. Ну, надеюсь я, что не пожалею. Так, а тут есть что-нибудь путня вообще? Или тут просто тупик? Баллоны и вся херня. То есть тут, походу, ничего путнего нету, да? То есть вокруг обходишь и идешь на выход. Ну ладно, хрен с вами. Так, а если дальше бежать, то что там? Так, там выход куда-то. Выход... А, там выход из тоннеля, да?
И мне нужно вот сюда. Ну, погнали. Так, сколько время? 12:29. Должен успеть. Так, оружку надо сменить. Фонарь нужно выключить. Реакции ноль, ёптаема. Никакой реакции. Так, подожди, а здесь... Здесь зона безопасная может быть. Давай-ка мы зачистим. Пошел нахер отсюда. Блин, я хотел тебя столкнуть. Так, ты упал. Черт с тобой, раз ты упал. Так, наверху там нету никого, интересно. Кто бы мне потом сюрприз тут неприятный сделал. Нету. Значит, пошли вниз. Подожди, а ты-то что легла? Я и по тебе попал, что ли? Так. Кто-то еще там кряхтит. На балкончике нету никого. Что, здесь скряхтишь? Оу, тут водичка. А, или вы на улице там кряхтите просто. А где этот-то? Щиток включается. Выше подняться и еще выше, да? Где-то здесь. А вот. Все отлично. Так, ну пока что у меня 6000 всего из 60. 6060 и... И... Как обычно, ты по кривожопому приземлился. И снова по кривожопому. А вот она, стройплощадка. А почему? Ты не можешь. Нормально просто взять и прыгнуть. Фиолетовые грибы. Фуалетовые грибы. Ишь так. А. Это нам не сюда, поэтому хорошо. Еще безопасная зона. А, подожди, у меня... так, так. Отлично. И теперь вот так. Оп. Сука, кошка, отличная штука. Так, survival и здесь. Ну, раз... Давай, оп. Угу. Угу. Вопрос только в том, как дальше и куда. Да, вот. Все просто, оказывается, все просто. Все просто, просто, просто. Так, где-то здесь есть это. Коробка, которую надо раз 50 пнуть. По-моему, это где-то здесь, на этой крыше должна быть, или если я не ошибаюсь. Или на какой-то другой. Коробка.
Ну, там коробка, получается, она будет активной. Ее надо пнуть там раз 50. И там что-то с нее там даже упадет. Не помню, что. Это тоже пасхалка очередная. Не помню, что там из нее упадет. Но что-то упадет. Здесь ты или нет? Ну, нет, вроде не... Нет, значит, не здесь. Еще 1000 очей. Подожди, ну вот здесь я вот так вот разбегаюсь, прыгаю и куда? А, вон куча мусора там. Водичку люди собирали. Собирали. Да не насобирали. Так, ждать до вечера это мне не надо. Вот бинокль, все, я нашел бинокль наконец-то. Хоть что-то нашел. Так, теперь мне нужно найти краску. Только чтобы мне найти краску, мне нужно спуститься вниз. А спуститься вниз тут доска с гвоздями. Ну да, мне прям сама то доска с гвоздями. А спуститься вниз как-то это. Давай-ка что попробуем. Может, здесь где-то на этих она краска будет лежать. Так, а вот, смотри, один баллончик я нашел. Может, еще где-нибудь она на этих же лесах будет строительных лежать. На таких же. Угу. Так, вторую нашел. А третья тогда где? Третья. Так, тут больше лесов не было строительных. Чё там, чертё? Да блин. Так, вот просто интересно, она на лесах будет находиться или где-то на крыше? Я так понимаю, в дом мы все равно пройти не можем. В дом пройти не можем. Тогда где краска? Где краска, я спрашиваю? Так. О, статуэтка. Ну, раз ты статуэтку проглядел, то ты мог и краску проглядеть, да? То ты запросто мог и баллон с краской проглядеть, только... Либо она где-то внизу находится. А, нет. Вот она, все, отлично, нашел. Теперь нужно сигануть вон туда. А, подожди, это... Так, идите на крышу, нарисуйте разметку для... Выход из безопасной зоны. Это я прям в школу лечу, да? Качусь. Нормально. Ну, наконец-то ловкость апнул. Давай посмотрим, что можно взять. Ловкость. Так, это бомба в прыжке. Удар в прыжке наносит больше урона. Если кусаки вас хватит, вам будет проще вырваться. А это что такое? Используйте метательное орудие. Ну, давай, наверное, вот это, если схватят. Проще, чтобы вырваться нам можно было. Так, и...
как рисовать, ты мне объясни. То есть мне нужно взять баллончик с краской или что сделать? А, вот. Е, значит, H. А, ну, все понятно. Буквы тут нанесены, разметка. По ним надо просто help написать. Вот на P и на L одного баллончика вполне хватило. Все, это мы сделали. Поговорите с Эрлом. Давай поговорим. Я нарисовал знаки на крыше. Хорошо. Теперь еще одно дело. В шкафчике на втором этаже лежит спортивная сумка. Принеси ее мне. Поскольку ты все равно ее откроешь, скрывать смысла нет. Сумки без малого 25 миллионов долларов. Принесешь сумку, забирай себе треть всех денег. А почему Эдвард не может забрать? Там слишком много кусак, я не могу им рисковать. Без него мы останемся без защиты. И это все твои деньги. Большинство вкладчиков банка больше не люди. Украсть у них не преступление. Или ты сам ни разу не брал кошелек у Кусаки, которого забил до смерти? Я принесу сумку. Только не вызывай вертолет, пока я не скажу, что пора. Когда я принесу деньги, я сам возьму рацию. Придется принять. У тебя просто... Так, а ты хуже Карима. Ладно, я принимаю твои условия. Принимаю твои условия. Старый хер, обманешь же. Ну, точнее, я знаю, что ты обманешь, поэтому... Че тут, ничего удивительного. Так, и мне надо... Мне надо, получается, с улицы, что ли, да, теперь зайти? Мне надо зайти с улицы. На второй этаж. Так, аптечек 9 штук есть. Есть эта клюшка. Ага. Помоемся. А куда ж я без рытья в помойке? Заходим. Заходим. И на второй этаж. Эрл украл из банка почти 25 миллионов долларов, деньги, которые ты. Все мы это в курсе, да, что у него там 25 миллионов долларов. Погнали. Погнали. Так, что здесь? Здесь пусто. Значит, это не та сумка. Ой, это, наверное, те чуваки, которых я убил при первом сюда заходе. Обратились. Так, а чё, давай фонарь включим. Чё нам кабанам кого тут бояться? У нас вон труба какая. Отличная. Так, что тут? Ну, конечно, пусто. Вернитесь к Эрлу. Вернуться к Эрлу? Оу, щит. Извини, Крейн, у меня не было выбора. Карим говорил, каким надо быть... Я взял тебя с собой. Это не то, что думаешь. Пока ты ходил за краской, я связался с теми, кто прислал вертолет. Надо было заранее сказать, кто будет на борту. Я назвал твое имя. Я не знаю, кто ты, но они явно знают. Они сказали, что ты не летишь. Пришлось отправить тебя за деньгами, которых нет. Нет никаких денег, по крайней мере, достойных упоминания. Извини, Крейн, но мне нужно идти. Поднимись на крышу, ты там найдешь кое-что, что может тебе пригодиться. Это не то, что я обещал, но это самое лучшее, что я могу сделать. Спасибо за все, что ты сделал для нас. Удачи. Эх. Закрыто. Бах. Бах-бабах.
бабах, бабах. Капец, блин, они. Я вот с этой, с палкой, получается. Как они до меня дотягиваются, это интересно. То есть у меня же в любом случае рука и палка, и вот это вот. Как они умудряются дотягиваться? Это херня какая-то. Алкоголь. Поднимитесь на крышу. Кто там поет, интересно? Чьи это? О, еще эти. Рахима люди. Так, этот не ожил. Палка сломается скоро. Ух, о, Мишка, Мишка, Мишка. Мишка, Мишка, Мишка. Так, а тут что, не пройти? Чудесно. Прелестно. Просто прелестно. Бечевка. Так, шоколадка нормально еще там. Еще что-то пожри, пожри. Ой, книга. И что с книгой-то делать? Ну вот я книгу поднял. И что мне с ней делать? Читать? Так, что по карте? По карте не получится понять, как пройти, да? Так, а как? Как ты в тот раз-то проходил? Ты вот отсюда пришел, да? Значит, отсюда. Сюда. Или сюда. Ну, тут вообще похеру куда. Что здесь, что там. Вообще похеру где. Так, тебе надо вон туда, получается, пройти. Но здесь... Хм. Ну, в чем? Я что-то не понял. Ну, и что? Пиздец, ты что это? Топографическим кретинизмом страдаешь, что ли? Или что? Может, тебе не по этому этажу надо просто пробежаться, а вот здесь пройти? Так, ну тут ты не пройдешь. Да, может, только если вот здесь. Здесь тоже нету про... То есть здесь тоже ты ни здесь, ни здесь не пройдешь. $6 нашел. Все, хоть не это. Так, здесь. Давай сюда еще раз забежим. Здесь точно нету прохода. Точно, ты убедился. Все, значит, только остается вот этот этаж, потому что с того тоже прохода не было. Если у нас остается этот этаж, значит, здесь. Либо вот
Так, ну тут хрен, тут нельзя пройти. Здесь. Здесь тоже нельзя пройти. Дебил. Лестницу для кого? Лестница для кого? Вот и все, ты на крыше. Ты на крыше, ты на крыше. Тише, тише, я на крыше. Ну, что ты тут для меня оставил? Привет, Крейн. Как жизнь, молодая? Да нормально. Ты вот это для меня оставил, что ли? Или вот это? Что ты для меня оставил? Я думал, мы понимаем друг друга. Карим, теперь, думается, понимаем гораздо лучше. Но если хочешь меня пристрелить, может быть, в другой раз. Он оставил тебе кое-что, я хотел взять себе, но подумал, нет, Крейн заслужил, пусть берет. Ты, в общем, неплохой парень, Карим. В общем, да, до следующего раза. Удачи, Карим. Точно. То есть, подожди, что-то это... Чё я получил-то? А, вот эти теперь активны стали, да? Давай. Наборы помощи. То есть три набора помощи при ЧС. Ракеты. И что-то в этом... чемодане. Ну, просто отлично. Чё? То есть ты мне фиолетовый этот нож оставил? Отлично, прям я рад. Чудесно прям. Ах ты, кинжал. Сразу его сломаем, чтобы ты мне не мешал. Так, бинокль, сколько до бинокля нести? Так, что у нас? Где же ты, брат? Брат, это... Найдите на рынке Османа 258 метров. Сколько до тьмы? Скоро стемнеет. Так, нам надо... Давай-ка мы вот сюда вот в безопасную зону щеманемся. Манемся в безопасную зону и на этом закончим. Потому что я просто вряд ли до темноты успею там с рынком разобраться. Поэтому лучше в безопасную зону убежим. Так, а здесь... А, здесь же надо было... Ох ты. Ты
Серьезно? Не, ну скорострельность у нее, конечно, это. Ну, урон у нее, конечно. Это что-то с чем-то. Это просто... Урон вообще ни о чемный. Так. Помоги мне найти Кристофа, моего сына. Ты работаешь на Райс, да? Ну да, для собственной безопасности. Но я не могу обратиться к нему с такой просьбой. Мой сын, он еще очень молод. Сперва говорит, потом думает. Он не понимает, что иногда нужно ладить с людьми, которые не такие уж и хорошие. Он убежал к Брекену в башню. Хочет стать паркурщиком. Не самое безопасное из занятий. Его точно убьют. Он не готов. Он еще слишком молод. А ты сам не можешь его разыскать? Ты не понимаешь. Я делаю оружие для Раиса. Если оно не будет готово, когда его люди придут забирать заказ, нас с Кристовым убьют. Прошу, помоги мне, и я дам тебе кое-что полезное, кое-что особенное. Хорошо? Попробую поспрашивать башню. Если что-то узнаю, сразу тебе сообщу. Но, по-моему, твоя крыша как-то уж очень сильно тебя пугает. Ты подумай об этом. Так, я что-то не понял. Это у тебя тут безопасная зона или небезопасная? А то мне бы как-нибудь спуститься туда. Это вроде безопасная зона. Так, давай. Так, ну, в общем, на этом все на сегодня. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будет приятно. Всем спасибо, всем до завтра.